Всем привет, с вами Александр. Сегодня у нас в обзоре редкая украинская монета 2 копейки 1996 года. Кто наблюдает за моим каналом, за моими роликами, эту монетку мне посчастливилось купить на барахолке. Очень удачная покупка. За такими монетами коллекционеры, скажем так, гоняются. Но посчастливилось именно мне ее купить. Итак, по монете. Тираж ее около 7000 экземпляров. Выпускалась для коллекционеров. Но что-то и в обиход попало. А диаметр ее 17,3 мм. Вес 0,64 грамма. Гурт у нас гладкий. Сплав у нас алюминиевый. Также очень интересный момент, если монета изготовлена из меди, латуни, магнитной или немагнитной стали, то ее могут у вас купить ориентировочно 1300 гривен, то есть в зависимости от состояния. То есть если она не коцанная, если она еще и запечатанная, это будет вообще великолепно. То есть вот такие монетки очень-очень интересные. Их либо целенаправленно нумизматы покупают, либо же дают объявления в газеты и находят вот такие редкие монеты. Также я под этим видео укажу список украинских монет, которые я покупаю, которые я абсолютно бесплатно помогаю оценивать своим подписчикам. То есть и вы согласно этого списка можете ориентироваться. То есть эти монетки редкие и пользуются спросом. И на них будет всегда спрос. Вот такие вот 2 копеечки. Также у меня будет в дальнейшем ролик, то есть который я посвящу, то есть во что инвестировать. То есть можно сейчас уже начинать. То есть если кто-то присматривается, скажем так, но не понимает, поэтому вы подписываетесь на мой канал, нажимаете на колокольчик, и вы всегда будете ориентироваться, знать, понимать вот в таких подобных монетах и других вещах. Потому что со временем они только дорожают. Удорожание монет приблизительно 5-10% в год происходит. Поэтому дома не нужно хранить деньги, а можно вот инвестировать вот в такие монеты. То есть вот цена ее, кстати, по Украине ориентировочно 400-500 гривен. Если ее вывести за пределы Украины, то есть ценник будет уже дороже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Если у вас есть какие-то интересные монеты и вы не знаете ихнюю стоимость, вы можете мне прислать на Viber, на WhatsApp, и я абсолютно бесплатно для своих подписчиков произвожу оценку.
Я уже давно занимаюсь антиквариатом. По монетам конкретно мне интересны направления Царская Россия, Советский Союз. Также из любых металлов, также золотые и серебряные. То есть я оцениваю, покупаю. То есть если вы по Украине находитесь, это будет очень удобно. Мне каждый день люди высылают посылки. Вот работаю я в основном через Новую Почту. Вот поэтому здесь никаких проблем абсолютно не будет. Вы мне скидываете фотографии, и мы с вами договариваемся о цене. С вами был Александр. До новых встреч!